Здравствуйте, ребята! Всем привет! Отдельный привет Сёгуну, Катирке, Санычу, ну и всем ребятам, которых смотрят. У нас прошло первое, второе, третье КВК. Мы победили там, получается. Не в сухую, но в принципе наши союзы довольно были сильные. Игра была интересная. То в первом КВК, во втором, в третьем везде получили колоссальный опыт на самом деле. Вот. В сезон мы пока не собираемся заходить. Мы взяли период отдыха в течение 1,5-2 месяцев. Почему? Причины на это есть. Они простые. У нас нету просто элементарных гарнизонщиков. Нету митингующих. Вот. Поэтому мы набираем мигрантов. То есть адекватных, с хорошими командирами, снаряжением и все в этом роде, в принципе, да? Игроки, которые хотят получить максимальную выгоду от нашего королевства, само собой, они должны активно принимать участие во всех мероприятиях королевства. Игроки, которые хотят навредить нашему королевству, вам лучше к нам не мигрировать и не пытаться нас обмануть. Так, ладно. Еще такой момент, пока у нас промежуток отдыха, мы решили сделать прыжок на момент от 20 числа. Ослик у нас еще действует в течение 9 дней 12 часов. Примерно на, когда останется 2 дня 12 часов, мы уже полетим в новое королевство. Сейчас я покажу, что у нас там есть. На данный момент есть 29.66. По предположениям будет, наверное, 29.73, либо 29.74, куда мы полетим и уже будем пробовать захватывать там королевство. В прошлый раз, когда мы захватывали королевство, у нас было примерно 30 игроков, и само собой мы там добирали. В данный момент нас полтинник, 50 человек с плюсом, не все еще зашли. Но это все опытные игроки с нашего королевства, которые прошли множество боев, обученные, поэтому не составит труда захватить королевство. Да? Ну, посмотрим, что будет, в принципе, загадывать не будем. Игроки, желающие, так сказать, нам помочь, либо хотят участвовать в этом мероприятии под хорошим руководством, могут написать лично мне на корону 2603 и по миграции, и по прыжку. То есть без проблем. Либо сразу писать по прыжку в 29.11. Альянс, название вы видите. Не я создавал, тут некоторые тут у вас есть. Ладно, не суть. Наберете тег QRF, да, и название, в принципе. Ну, то все понятно, да? Приостановите видео и как бы запишите. В принципе, я все сказал. Позже выложу следующее видео. Так что всем пока-пока, ребят, до связи.